Это, наверное, похож на Саймона. Что-то есть выражение лица, мне кажется. Здесь на Семена Антонова что-то похож. Может, ошибаюсь. Здесь больше на Панкраша похож. Поэтому по волосам. Наверное, Панкраш. Угадал? Да. Но вот первый похож на Саймона чуть-чуть. И мячик такой, который у меня тоже такой в детстве был. Так, следующего, да? Да. Вот этот, Вася Карасев. Да. А? Да. Здесь еще так мало, здесь. Это Саша Каун. Морпех. Морские котики. Так ростом выделяется, да, чуть? Флагом американским. И что он еще показывает? А кто у нас с американским флагом? Что-то знакомое. А, это же, ё-моё. Точно. Калниетис. Что, он Спартак болеет, что ли? Свитер такой одел. Ага, точно, понял. Ну, понятно, почему американский флаг. Почему фиг? Мой отец, Хайнц. Да? Кайл Хайнц. Ну, видишь, почти всех угадал. О! Что-то знакомое. Здесь затрудняюсь. Челка, конечно, такая моднявая. Саймон, что ли? Да. Видишь, там вот похож на Саймона, здесь на Саймона. Ну, с Хайнца сразу угадал. Не знаю почему. Сашу Кауна. Похоже, вот скулы, глаза. Мне кажется, сразу понял, что это он. Взгляд такой. Вася Карасев похож вообще. Глаза тоже такие. Его не изменилось. Панкраша узнал только по волосам. Блондин, да. Сначала похож был на Саймона, но они что же Панкраш. А так Панкраш изменился, конечно. Ну, я готов уже был. У нас такой район был боевой. Поэтому ну, без автомата, без оружия было опасно ходить. Все время были какие-то эти стрелки. Двор на двор. Войнушка, футбол играть двор на двор. Поэтому с ранних детства приучали. Ну, видишь, ноги сразу. Такие выдаются, как футболисты, но видишь, потом выпрямились. Хотел сейчас футболистом быть, но не получилось. Ну, стал баскетболистом, ничем не жалею.